terminale, subito, sì. No, privet, sì. Privet. Это... Как бы тебе сказать? Похоже чем-то на Мегамена X, только более лайтово, в плане, что это больше игра, похожа на Metroid. Ну, то есть это Metroid ранее, экшн-платформер, более такой спокойный. И, ну, периодически тихий. Так, зачем у нас там был сейф? Там что внизу? Игрушка прикольная, вчера на стриме играл в нее. Думаю, тебе понравится. Что тут у нас? Лаборатория и так далее. Если лагает там или плохо слышно, то напиши, пожалуйста. Чуть тише, сейчас будет. Сейчас будет. Готово. Я пришел на новую локацию, на промежуточный город, где можно сохраниться, и немного не пойму, что мне делать сейчас. Replace. Да, конечно, отлично. His house 10, settlement 17. О, это нужно вернуться туда, в поселение 17. Ничего себе. Значит, тебе My Hero Academy 2 не понравилось. Чем-то. Интересно. Фантика самый раз. Аренные файтинги. Аренные файтинги — это был в каком плане? Я немного до конца не понимаю. Это как? Возвращаться наверх, наверное. А, понял. Угу. Ну да, мне не очень тоже такие файтинги, мне кажется, странновато это все дело. Такое себе. Можно что-нибудь скрафтить, что у нас есть, что-то новое есть. Спиндл, спиндл range, long time. Отлично. Себе улучшение. Рефу, привет, Жень. Ничего себе поворот.
Вот тут в Metroid 2 манию играем. Так, а тут что у нас? Похилиться, отдохнуть. Промежуточная зона между локациями. Тут можно сохраниться, скрафтить улучшения для своего персонажа и так далее, и так далее. Полосев. Вот она не пошел, да? Ну да, ты рассказывал, что что-то прям печаль у тебя была. О, Рэймон на плонке, это круто, Жень. Поздравляю, какая часть? Как я на стримах его проходил. О, отлично, поехали. Пошла жива. Пошли квесты. А, не, нам не сюда. Rayman Legends. У-у-у, это супер. Ностальжи. На стриме мы проходили Rayman Legends. Это было шикарно. Чем мы движемся сюда? Отдохнуть еще, ну окей, давай. Где отдохнуть-то? Can't tell if people who is. Так, окей. Да, музыкальный уровень, это шикарно. Ну и чё? Ребя, куда мне идти? Наверное, сюда. Да, все, отлично, погнали. К своей матери она вернулась. Мы на пиратской подземной базе. Тут, в общем, такой мир, что техника и технология под запретом, а еще больше запрещены и под гонениями различные механики. Мы, собственно, играем за девушку-механика с большим гаечным ключом. И в ненужное время оказались в ненужном месте, и в итоге мы теперь в контрах с местной полицией и подружились с пиратами, и, в общем, прошли... Вчера несколько боссов. А куда теперь идти-то? Куда она свалила? Че? In my home. А, типа, выгоняют нас, окей. Ну все. Ну тут сюжет и все дела. У вас есть ключ такой большой, который помогает нам в передвижениях. Так, это что у нас? Я типа узнал эти растения, окей. Да, нам теперь туда, наверное, нужную часть. Да, вот она. Так, way back. Как тебе, ГГ? Трейлер шикарен, конечно. Я в восторге. Так, this is my favorite book. Короче, пауза между уровнями, вот такая, чтобы погрузиться в сюжет. Так, много текста, так много текста. С нами чувак вот этот белый блондин, он психокинетической энергией обладает, как-то на удивление. А потом пиратка с дробовиком ходит большим, а мы с гаечным ключом.
Чем дальше? Опа. Приплыл какой-то чел. Интересно. Дела, ситуация вокруг вируса, ну, как ты знаешь, наверняка граница закрыта между Россией и Белоруссией. И это грустно, печально. Я надеюсь, что там до августа откроют, потому что я хотел бы в Москву в августе еще съездить. А так, все зависит от города, на самом деле. В нашем городе все люди достаточно спокойно к этому относятся. В плане продуктов, то есть тут никто не сметает с прилавков ни туалетную бумагу, там, ни гречку, с этим все нормально. Но в плане отношения к вирусу все очень серьезно настроены, потому что все массовые мероприятия отменяются поголовно, и люди не хотят никуда собираться, все очень переживают за себя, за своих детей. Так, а мы тут плаваем. А, все, погнали. Че, началась игра? Вот. У нас получается мы ограничены по воздуху здесь. Так, maybe it's just my fault that people say. Окей, погнали. Ну, мы там оставили маму, что поделать. Мы вот этим ключом можем открывать разные штуки, можем отбивать разные штуки, можем цепляться за всякие штуки. Погнали. Игра очень классная, с классными загадками, идеями и так далее. Мне понравилось безумно вообще. Я вот вчера провел за ней 2 часа и в восторге. Погнали, погнали. Сохранимся сразу же. Так. Ну, она в целом приятная игрушка. В общем, во многом мне понравилось. Пока мыли должно понравиться, ну хз. Так, а что с этим делать? Непонятно, надо уходить. Ох, сейчас начнем задыхаться. А, вон написано, значит, что. А, у нас же есть, блин, патроны. Наверное, нам сначала сюда. Нет, тут не пройти. Окей, поехали дальше. Может быть, нам нужно какие-то другие патроны еще. А тут застрелять не могу, да, в воде. Окей. Сейчас мы разберемся. Так. Нам бы как-то вон туда запульнуть это дело. Я не понял, что мне тут подсказывает? Ну что? А, понял. Понял, надо задержать. Да, понял. Отлично. А дальше что? Тут мы пролезли. Сюда. Пойдем сначала по суше, посмотрим, что тут есть у нас. Так, тут нужен собрать штуку, чтобы открыть замок. Идем дальше. Это что такое? Просто так? А это что за штука? Интересно.
не знаю, Гуакамели понравится или нет. Что это за штука? Валим. Так. Иди сюда. Бесячка. Ладно. Так. Странная живность, ага. Так, вот теперь мы видим, что вот эти штуки зеленые открываются взрывом под ними. Угу. Так, надо отбить. Кому? Давай, давай. Нет, не попал. Где ты там? Мимо. Ну, давай, давай, иди сюда. Эта игра вот в плане геймплея такая. Достаточно медленная. Так, окей. А, я понял. Сюда мне нужно. Тоже. Отлично. Так. Туда нужно запульнуть. Свои бомбы. Хз, я даже не думал об этом. Свои не могу. Так это и не надо, зачем? Так. Куда теперь? Немного непонятно и сыкотно. Зайдем сюда. Это не отсюда ли мы пришли? Нет, мне кажется, мы тут не были вообще. Тут какая-то штука подозрительная вообще. Здесь. Ни к чему она не приводит. Убить супов можно? Нет, нельзя. Так, туда нужно запнуть вот эту штуку. Нет. Тоже нет. Вот так, отлично. Что тут все, а это там можно проплыть, я понял, понял, мы теперь подвинули в бок бок чтобы можно проплыть, все понял. И вот он ключик, да, тот, который нам нужен. И теперь я туда, по-моему. Вот она. Опа. Отлично. Игрушка прикольная вообще. Угу. Thank you.
отлично. Карантин, удаленка, ничего не закрывает. Ну, тут на самом деле я-то теперь как бы работаю сам на себя. Мне тут карантин, удаленка не нужна. Тем более дома удобно, не очень удобно мне работать. Это что такое? Это типа она взломщица, пиратка. Касается других организаций, но я знаю, что IT и всякие веб-студии в Минске очень много ушли, ну, закрылись на удаленку. Но, ну, типа, я не знаю, насколько это вообще целесообразно, правильно ли, нужно ли. Ну, наверное, нужно, поскольку штука-то серьезная. И мне кажется, что неспроста это все тут закрывается на карантин и паника во всем мире. Так, выход жилые кварталы, кварталы снаружи. Тут что мы еще можем, наверное, карта. Не понимаю, зачем мне еще ковать эти штуки, если я их себе скрафтил. Ну да ладно. Вниз там был проход или не был? Ну и в целом, как бы, по карантину. Нее на пару нельзя. Не знаю, честно, Сань. Честно, не знаю. Так. Только быстрый тестинг. А тут куда? Сохранимся. Там босс, скорее всего, будет. Мне кажется, уже пора быть боссу. Тут очень много персонажей. Ну, в целом, вообще игру нахваливают. В игре много всяких прикольных штук. Так. Сейчас, скорее всего, какие-нибудь повстанцы тут это дело накроют. Будем бить босса. Боссы прикольные очень. Такие логические. Нужно искать ключик к решению каждого босса. Go ahead and prove your supposed aliens. Okay. Погнали, сейчас босс по-любому. Даже так. Вот, то есть мы пока, у нас пока нет технологий тут. Эй, алло, хорош. Теперь туда проход, в ту, в левую дверь. Идем сюда. Странно, что босса не было там. Так. Прикольно. Так. А что тут, куда она вылетела? Блин, а? Штук.
сильно. Ну ничего, ничего. Отлично. Так. Тут нафигачили. Сюда надо, да? Ага. Интересно, сработает, нет? Это типа нужно сначала туда, потом туда. Прикольно. Не попал. Попал. Не попал. Опа. Отлично. Открыли проход, а потом на обратно. На обратную дорогу надо. Скорее всего, представить, да? А сюда зайти мы не можем почему-то пока. Ну да ладно. Сохранимся пока на минуточку. Так, отлично. Ну что дальше-то делать? Не могу понять. Это по этой штуке ползать еще не умею. Значит, если да, рановато. Тут тоже ничего нет. Тут тоже не ползается. И вот иногда приходится вот так вот ходить, типа искать, что сделано, что не сделано. Пытаться понять вообще, что еще, куда нам. Тут мы же эту штуку открыли. Открыли. Хотя нет. Есть карта. Вот она показывает вниз и вправо, туда, куда-то, да. Может быть. А вот сюда я не пошел. Отлично. Ой. Что-то меня цапнуло. Пойдем дальше. Ага. Тут сложно все. Угу. Это мне... А, окей.
Эта штука... Это я типа должен за раз все пройти. Отодвинуть эту штуку сюда. И потом туда вернуться. Ну и просто... Да, сначала тут. Вместе с той. Погнали. Блин, не успел. Ладно, окей. Сейчас пройдем. Игра прикольная, красочная. Заново, да. Блин, а как? А, вот тут. А вот тут как? Вот как тут быть? Уа. Фига себе, я прошаренный. Типа так как-то надо. Ёпрст, ну я лошара. Прикольно. Так. Тут как? Не все так просто. А зачем я вообще эту штуку стреляю? Я что-то могу пешком забраться. Так, надо сначала, наверное, стрельнуть. Да вообще не пойму. Как мне туда пробраться-то, ёпрст? Может быть... быстро надо. Ну, хз, сейчас посмотрим. Может быть... Может быть... Блин, а что делать-то? Надо как-то понять, как это работает. Что-то я делаю не так определенно. Вот отсюда я могу стрелять. По идее, может быть. А, может быть, туда просто стрелять и все. Давайте попробуем.
Надо сразу как-то попасть, может быть там. Раньше тебе типа, даже может быть. Не, я так отъеду. А мне нужно, что мне нужно? Бесячие чуваки, а? Ползать умею, да? Вот так вот, слушай, я понял. Гениально. Да, почти все жизни пришлось потратить, чтобы до этого допереть. Тринки, ключевой ритм. Все на выход. Тут куда стоя? Я хоть туда пошел, не туда. Там справа находится, да? Фига себе, как отбиваю штуки. Ого. Эта штука меня чуть не убила. Так, а тут где? Куда нам нужно? Тут нет какого-то? Нет, тут нет прохода. Надо вон туда куда-то в правой части уходить. Может быть... Что там за те штуки? Ну алло, я хочу взять эту штуку. Что дальше делать?
ХЗ. Непонятно, тут вроде все. Ну, с ключом, да. Куда-то ключ это где нужно воткнуть. Наверх и направо, наверное, туда нужно. Скорее всего, точнее, наверх и налево. Сюда залезать еще. Рыбы, правда, не осталось. Куда где рыбы? Понятно, я. Ух. Да. Сразу все появлялись, повылазили. Да, давай сам пока. Спасибо, что посидел. Два ученых каких-то где-то находятся. Вот, ну, к воде нужно как-то вернуться. Тут вообще ничего. Может быть, сюда? Нет, туда, скорее всего, туда. Это мы отсюда пришли. Мне кажется, не сюда.
потому что мы куда-то вообще не в ту сторону движемся. Не туда. Погнали дальше искать. Тут вниз никаких проходов нет. Вниз прыжок. Тут может наверх еще. Тут у нас не было. Не знаю, как это использовать. Может быть, это еще рано. Могу легкие себе давать, но зачем? Нет. Тут тупик. Тоже нам не сюда, как оказалось. Но, скорее всего, тут наша точка. Да, нам надо было сюда. Конечно, я лошара. Отлично. Прикольно. Ждем, пока этот чувак сейчас повернется задом. Вообще не хотел, чтобы он меня там убил. Пойдем сначала наверх, посмотрим, да, что там. Я бы туда сюда поднялся. Сектор. Так, пока нет трех ключей.
Нет смысла туда идти, да? Начинаем сюда. Сохраняемся. Все, убили. Так, там наверх подниматься по этой штуке. Так, это старые ученые, да? И босс, скорее всего, да? Да. Давай, давай. Отлично, их раскидывай. Тут что у нас? Назад наверх. Сохранимся. Отлично. Теперь вот сюда.
камон. Отлично. Я даже не знаю, что это делать. О, что за печаль. No need going there. Где третий ключ взять? Ну не знаю. Наверное, на этом остановимся на сегодня. Спасибо, кто смотрел. Женя, Саня. Еще раз привет. С вами был Джек Вульф. Ну на этом все. До новых встреч. Пока. Пока.